Всем привет, ребята! Сегодня я хочу вам показать один секрет Токобока. Я даже при вас могу выйти. Вот какая у меня аватарка Токобока. Если что, это не мои игры, это моей сестренки игры. Так, заходим в Токобок. Кстати, то приложение и то, где там, где я снимала, делала видео, помню. Так, ой, можно при вас даже обустроить домик? Как вы думаете? Магазин сделать? Напишите «да». Вы что так мне сказала? Басу. Просто идеально сказала. Так, я специально создала персонажа, нужно. Вот он. Блин, мне как раз не нужен. Он временно нужно. Он временно. И быстренько забегаем в инвентарь. Который его удаляем и делаем, кого вы хотите. Например, хочу сделать маму. Вот мамочка. Сделаем маму. Просто мы должны оказаться на низу. Так, точнее. Так, создаем. Я приду, кого создам персонажа. Ребята, к вам вернулась. Вот мой персонажик. И мы идем туда. Все. Она просто меня залагает. Мне надо его перекачивать будет. Я не хочу его перекачивать. Так что... Вот мой персонаж, а тут должен еще один быть. Почему он не тут-то? Ладно. Давайте повторим снова. Обычный персонаж. Все, если что, у меня... Назовите, как его назвать, поняли? Так. Мы просто лепим, давайте поменяем кожу. О, все, нормально. Вот просто супер класс. Так. Сейчас у нас не получается. Это уже внутри этаж. Вот мы. Теперь делаем, что мы хочем. Вот у нас без лупочка. Сейчас я буду давать там муж. Муж. Чешу назовите, как назвать мужа. Хорошо. Придумай это имя мальчачье, поняли? Так. Я тебе его назвала. Не знаю, как его бы назвала. Это мужа. Давайте, эти ему волосы, я думаю, вот такие. Или эти же вы хотели, напишите в комментариях. Выставьте кружочек, какие вы хотели. Так. Тут если что, нельзя сделать так же самое. Как на аватарке в этой суши какой-то там. Или то... О, я придумала. Это до мальчика. Надо делать. Да, все-таки перепутаем. Только она перепутается. Мальчика, давай так. Просто возьмем. Как ее назвать? Как ее назвать? Его. Его или ее? Не помню. Теперь идем на второй этаж. Что? Вот муж. Отдай третий. Ладно. Давайте всех сделаем персонажей. Давайте сделаем таким, 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 таким. Напиши в комментах. Давайте цей будет у нас 100, 10, 5, 0, еще 0. Цей еще давайте добавим 3. Все. Я, пожалуй, его сделаю 100. Все. Так, сколько там процентов? Да. Кстати, у нас уже работает телевизор, как я сказала, он у нас не работал когда-то, а теперь уже работает. Это еще что, пальцы заработает, а не пальцы. Понятно? Это уже пальцы заработает, а не пальцы! Ну, нам такое что-то было. Так. Давайте такой. Во. Вот это класс, если такой. А если дизлайк, то... Мы сделаем красиво ее. Вот как вам. Или вы хотите так сделать за якусу. Так. Ну, она сами, мои сами любимые волосы украла. Все нормально. Ой, Давай. Вони мої самі волоси любимі, коли дає.
что было богато лайков, давайте я сделаю и буду, наверное, снимать. Как вам такая девочка? Ладно, ну, вторая такая же самая кушушная девочка. Еще не знал. Так, заходим. Блин. Куда? Так вот. Бати. Алена. Так, и ребята, нам нужно все. Мои подписчики обзавидуются красивую девочку. Эту мы используем. Как? Кис-кис-кис-кис, мяу-мяу, пупи-пупи лайф. Знаете, она тут будет жить. Блин. Хопа! Имя то-то! Блин, это, наверное, можно нажать на танцы. Пенджел, ты что, поломался? Все, мы его удалили. Теперь нам нужно так вот, здесь, так вот. Ой, нам надо его уменьшить. И как раз она украла мои самые любимые волосы. Ой, вы будете ставить лайки под таким скином. Пожалуйста. Ставьте лайки под таким сканом. Хорошо, ребята? Я вас тоже буду лайкать, ребята! Напишите комменты что-нибудь. Я вас лайкать буду. Полайкаю вас. Прямо аж полайкаю. Полайкаю? Конечно же, полайкаю своих подписчиков. Напишите что-нибудь в комментах, если вы мои подписчики. Зайдите на меня и напишите что-нибудь. Кстати, там уже два видео. Кстати, там уже два видео. Сейчас вам так подключу. Ух, ёшкин кот. Зайдите, подивите, два видео. Два аж видео. Пожалуйста, пролайкайте их, пожалуйста. Это уже третье видео. Третье. Так, бачите, создали персонажа. Ты на самом низу, да, нас? Не знаю, сколько ты нас там? Почему она не получается? Ладно, ребята, получится у вас. Ну, с вами была Маша. С вами была Маша. И мои, и как там назвите этого персонажа? С вами была Маша. Всем пока-пока! Сейчас я вам кое-что одно намалюю. Как-нибудь там. Сейчас-ка. Ой. А, я вам еще забыла подсказать. А сейчас забыла подсказать. Поднимитесь ролик справа и слева. Просто это говорю. Подписались? Спасибо! Только напишите что-нибудь в комментах. Я на вас подпишуся. С вами была я, или как там ее назовите. С вами была Маша, и всем пока-пока! Всем пока-пока!